Всем привет! Вы на канале Татьяна Ковальчук. Хочу вам показать очень урожайный сладкий перец и очень вкусный. Называется он корсар. Это гибрид. Посмотрите, какие у него плоды. Длинные, тонкие, очень сладкие и очень вкусные. И их очень много. Вот смотрите, это если учесть, что нижний ярус, там штук 5 мы уже срывали. Красные, рыжие. Еще такие зеленые висят. Гибрид называется корсар. Вот сколько много его. И вырос он уже где-то 1,5 метра. Ну, еще цветет, конечно, макушки я уже обрежу. Я пришла сейчас собрать красные спелые перцы. Буду делать лечо. Вот. И еще один любимый мой сорт. Тот гибрид. А это сорт. Называется он царевич. Это сорт. Посмотрите, такие крупные. Стенки очень толстые. И их очень много. Вот друг на дружке здесь. Я уже подвязывала. Одна ветка еще обломалась. И мы срывали. То есть такое название царевич. И перец сам по себе как царевич. Вот туда ветки пошли. Вот те зеленые перчинки, это тоже все его урожай. Просто супер перец. Можно собирать свои семена, чего я долго добивалась. Гибриды, конечно, хорошо, всегда крупные урожайные, но мне хотелось, чтобы были сорта и тоже урожайные и достойные. Так вот, теперь у меня царевич. И Биг Мама. Я показывала уже Биг Маму как-то. Оранжевая. Такая вот большущая. Тоже высокий растет. Сейчас уберу лишние листья. Опять наросли. Соберу спелые плодики. И будем делать очередные заготовки. Такие Биг Мама оранжевая. Царевич красные. Вот такие вот сладкие перцы. Часть я кустов уже удалила. Там у меня уже свобода практически, но тоже перцы еще висят. И также еще этот царевич есть. Вот таких вот огромных размеров. Ведь уже ветки пообломались, поубирали. Этот растет кверху царевич. Вот такого вот большого, прибольшого размера. И высокие плоды зеленые. Вот эти вот большие зеленые, они поспеют, конечно. А все остальное, эти макушки, что цветет, это надо обрезать. Вот сейчас я буду этим заниматься. На этом я заканчиваю свое видео. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. До свидания.